В числе приоритетов организации договора о коллективной безопасности Касым-Жомарт Токаев назвал необходимость нахождения сил и средств в высокой степени готовности. Глава государства отметил, что наша страна сейчас активно готовится к проведению в Казахстане учений ОДКБ «Нерушимое братство 2024» и «Скала-2024» осенью этого года. Сотрудничать плечом к плечу страны Альянса должны и в предупреждении и ликвидации ЧС. Взаимопомощь, как это показали паводки в Казахстане, чрезвычайно важна, рассказал президент, и о проводимых в нашей республике реформах, которые модернизируют все сферы жизни страны, включая политику, идеологию и экономику. В 2023 году привлечено свыше 23 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Международные резервы страны приблизились к 100 миллиардам долларов. По прогнозам МВФ, в этом году ВВП на душу населения в Казахстане вырастет на 13% и составит почти 15 тысяч долларов. Недавно я подписал указ, закладывающий основу для либерализации экономики путем обеспечения свободы предпринимательства, развития конкуренции, сокращения государственного участия, снижения издержек бизнеса. Благодаря декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности значительно усилена защита прав и законных интересов бизнеса.